Гордон, тебе это удалось? Черт, как я рада тебя видеть! Живым. Отец где-то там, в этом здании. Его будет не так-то просто вытащить. Пора уходить отсюда. Никакой информации. Время от времени они захватывают вортигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полной картины этого места у нас нет. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. Приготовились? Затяж. Ладно, сюда! Я проникну в их систему безопасности. Теперь поищем отца. Боже мой, бедные люди. Вот! Что ж, похоже, я смогу его вытащить. Он идет. Пошли навстречу. Ха, готово! Иди за мной! Попробую открыть. Алекс, Гордон, неужели это вы? Не верю своим глазам. Папа, ты цел? Я-то в порядке, но вам следует уходить отсюда. Мы вытащим тебя, папа. Не беспокойтесь обо мне. Спасайтесь Нет, сами. Нет, мы не уйдем без тебя. Я думаю, я смогу настроить портал, чтобы вытащить нас отсюда. Да, но куда ты пойдешь? Я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Если он успел его восстановить, мы окажемся там. Если не успел, ну, хуже уже точно не будет. Игра не стоит свеч, Алекс. Я не могу потерять тебя. Уходи, пока можешь. Мы не уйдем без тебя. И не спорь. Но Джудит мы тоже не можем здесь оставить. Не переживай, папа. Мы найдем ее. А пока я отправлю тебя в кабину телепорта. Я не прощаюсь, папа. Встретимся там. Я уверен, что да. Встретимся там, крошка. Пора уходить отсюда. Ладно, сюда!
вернусь на пост безопасности и попробую подключиться к твоей рации. Жди от меня сигнала. Эй, береги себя. Сработало. Попробую расчистить тебе путь. Ищи Мосман. Я выведу отца из тюрьмы, а потом догоню тебя. Подожди. Я подумаю, как открыть эти ворота. Окей, есть. Я открою через секунду. Проклятие! Заклинило. Ладно, есть идея. Давай назад в тот кабинет. По схеме за полками должна быть вентиляционная шахта. Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайнов. Боезапас исчерпан. Окей, есть. Черт, взгляни-ка на монитор.
входишь в новый зал управления. Кажется, там все еще кто-то есть. Подержи. Обнаружены кровопотери. Похоже, к тебе направляется целая куча солдат. Быстрее, обыщи комнату. Тут должны быть пулеметы комбайнов. Я изменю их программу, чтобы они атаковали врага. Нужно защитить комнату управления. Внимание! Обнаружено подключение вирусного интерфейса и перепрограммирование полифазного ядра. Внимание! Десантные силы разведутся. Причесать время 7. Я не могу отключить эти поля. Когда получу к ним доступ, я тебя отгоню. Сюда идет много солдат. Удерживай форт, пока я не подойду. Держи пулеметы наготове. Тебе надо продержаться, пока я не пройду. Прости, что я так долго. Хорошо, что с тобой все в порядке. Попробуем найти Мосман. С этой станции мне легче будет попасть в лоб. Вот она. Минуту. Да как она? Избили с пути. Я не по этому поводу. Что у нее на уме? Мы же обещали не трогать Илая. Я признаю, что солдаты несколько перестарались, но он был слишком заманчивой целью, чтобы просто его отпустить. Особенно за отсутствием Гордона. Вы получили бы Фримена, если бы были терпеливы и ждали моего сигнала. Мы не были уверены, что ты вообще за это возьмешься. В наши времена слово «преданность» мало для кого имеет значение. Я уже говорила, вы должны позволить Илаю самому встать на вашу сторону. Нельзя же просто... Я знаю доктора Венса гораздо дольше, чем ты, моя дорогая. И я боюсь, что твои чувства к нему ослепили тебя. Чувства? Да при чем здесь чувства? Это же просто... Если Илай поверит в нашу... Этот вопрос не обсуждается, доктор Мосман. Пожалуйста, доктор. Сожалею, Джудит, нет времени.
Черт бы ее побрал, я не верю! Пошли, Гордон, теперь нам точно нужно торопиться. Иди первым, я разрушу следующий уровень защиты и догоню тебя. Обнаружены легкие ранения. Обнаружены легкие ранения. Требуется помощь. Обнаружен незначительный перелом.